Дорогие друзья, ВКонтакте, в Одноклассниках, я начинаю свой видеоблог номер 562, 562, большая голова, перед заездом в Ялточка, вот так он будет называться, видеоблог номер 562, большая голова, перед заездом Все, поехали, подписчики. Так, все. Я надеюсь, блог получится. Большой, огромный. Сейчас мне пишут подписчики, мне вчера, да, сегодня, можно сказать, в 2:52 позвонил Саша Кришин, подписчики, в 2:52, да. Ох. Все, подписчики, я вас люблю. Я всех люблю, мои подписчики. Все, тут чья-то салфеточка лежала, ну ладно. Я надеюсь, вот это вот точно мой последний блог потому что я сейчас буду пить чай, потом я буду, так, посуду мне сказали не мыть, потом я, свою чайную посуду помою, потом пойду с вами дальше вещать, если получится. Так, для начала мне нужно фильтром воду разбавить, так, да, пока слышу, ладу, пока. Так, все. Ах, да. Конечно же, вам спою, мои подписчики. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немейна, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем за погоню ворога, Русь молодая, сердцу дорого, да не пристала сидеть по хатам. Дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали, а мы не знали, не ожидали. Жили, любили, детей рожали. Их 40 тысяч, Русь не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидались, не ожидали. Жили, любили, детей рожали. И полыхнули те монахаты, бабы с плач, да малые ребята. Да, баб, плачь, да, малые ребята. А мы не знали, не ждали. Простите, подписчики, забыл подписчики, ладно. Немножко волнуюсь, поэтому забыл. Ох, так все, ох. Настоящий это Юшин, да. Да. Потому что весь февраль месяц.
Тетя Ярочка, ну да. Да, подписку мы рассказывали, да, рассказывали подписку. Так, ох. Так, не макай, не макай. Или мы будем чего-то скажете, макай, хорошо? Пока есть время, еще больно. Так, время есть еще. Мы потом, блин. Лучше вам намотать. Да, дети, мой да. Давай. Ой. Ой, ёк, Павлович! Чего? А чего? Что это же сказала? Это прям... Ну, нам не так. Сейчас, снова я точно помню.
Так, простите немножко за этот, за темноту. Я в одну в дамскую комнату ходил, подписчики. Поэтому мне пришлось кухню погасить. Простите, подписчики. Ох. Ой, а путь я. Уже последний путь, как я, стой. Не надо, давайте на те. Ладно, давай в тишине, ладно. Ой, нам то рюмочку взять не надо. Надо, не надо, ладно. Котык, побуд.
Ой. Ушли. Костя. Подпишись. Вот а что если он? Дельфинчик, да, показывайся. Всем привет, подписчики, я Дельфинчик. Или пунчик тоже покажись. Вот. Вот, отлично. Вот, отлично. Это игрушка и пунчик называется, отлично. Мне ее в центре питаться буду подарить. Я ж к моё сдаю, отлично, йоу. Подписчика, у меня минус 2 подписчика на канале. Было 230, стало 232 подписчика. У меня 2 подписчика убежали с моего канала. Так, надо мне вычислить. Почему у меня подписчики убежали опять? Так, где-то.
Первые игрушки 2023 года, подписчики, йоу. Первые игрушки 2023 года, подписчики. Вот это и вот это. Угу. Блин, чё тише? Ох, ёпа. Итак, ох. Посмотри, насколько блок получился. Сейчас посмотрю. 26 минут. Нормальный блок такой. Ну, 26. Я поняла, да? Ну да.
нормально так. Нормально такой человек чайка. Давайте сегодня скажу человек. Ой, да.
Ой. Бать мой. Мой телефон забыл, ёпсты. 18:08. 18:28, ёпсты. Это последнее воскресенье, когда я дома. Точно. Конечно, мой. Я? Ого. Ой, батюшка мой, 23:01, ой, ёпсия! Отправленный, ёпсия, нету, ого! А как получается, отправленный все удаляется, да ладно. Блин, у меня копится отправленный, вот даётся. Блин, отпечатка моя стать, ёпсия! Да ладно, ничего страшного. Молоко в войне вкусней, если это Milky Way. А, это мать. А, мать, да. Ох! Ой! Мой! Ой. Вот вчера -2 подписчика на моем канале. Ёпс ты. Чё опять не так делать, а? Было, я точно помню. Сейчас же стало 232. От меня опять ушли подписчики, йоу. Так, всё, можно сказать всё.
Ох. Это мои дорогие подписчики. Напомню, до заезда тренировочной квартиры Яночка осталось 3 дня. 29, 30, 31. Все. Так. Сегодня у меня внеплановый блок, поэтому... Сегодня у меня внеплановый блок, подписчики. Вот те раз пьянь полетел. Подписчики, пьянь полетел, подписчики. Где тут она? Мошка полетел, гош мой, где же она? Где же она здесь? Мошка полетел, подписчики, где здесь? Мошка полетела, подписчики, здесь где-то. Ой, зачем я это показываю? Блин, зачем я Яковину показываю, ёпстая? Вот это Яковина полная, подписчики, ладно. Все, зачем я вам показала, ладно. Все, подписчики, ладно. Всем пока, с вами Нина и Лена. С вами Нина Котова, с вами Нина Котова. Всем пока-пока. Смеешься? Так, ох, Нинка, ты сейчас опять в темноте блок провещаешь. Ну да, ну да. Все отлично. Ой, компьютер в штуку встал, подписчики. Подписчики, компьютер в штуку встал. Подписчики, мой компьютер в штуку встал. Ой.
Капец какой-то. Капец какой-то, ёпсты. Так, тихо. Ну что, какой блок будем? Ну, следующий. Давай говорим. Видео. Завершаем видео и говорим. Давай, хорошо. Видео. Завершаем видео. 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 Всем пока. Видео скрывается на моей змейке Суши. Ой, тихо, тут Суши-то нету. Суши где? Точно, где Суша моя? Так точно. Ладно, на моей змейке, на моей конфетке со вкусом колы и все. А, нет, подожди. На моем подарке. Подарки. Давай подарок. Дай сюда подарок. Видео скрывается. Для начала я вам покажу, что мне подарили. Мне подарили вот такую вот кошечку со стразами красивыми, подписчики. Ой, блин, вот так я должна показывать. Вот так показываю. Сейчас опять боковое видео получится. Ладно. Вот такая вот кошечка. Вот такая вот кошечка, подписчики. Ладно, все. Видео. Завершаем видео. Ой, так, еще. Так, это еще не все. Еще меня угостили конфетками. Так, все. Все, теперь на все. Так, вот такие меня вот угостили вот такими вот конфетками. Я их ни разу в жизни не пробовала. Вот такие вот конфеты, подписчики. Разные, тут разные виды конфетов. Конфеты, которые я раньше не кушала, подписчики. Так, все. Теперь это можем тоже. А вот, кстати, вот моя Шуша, подписчики. Помните, я говорила, я Шушу потеряла. Вот моя Шуша, подписчики. Помните, это моя самая первая змеюшка во всех моих видеоблогах участвует. Вот на моя Шушенька. Шушенька, ложись сюда. Видео. Закрываем видео. Видео закрывается на моей... На моей змее Шуши и на моей змее Шуши номер 2. У меня теперь 2 Шуши. Одна Шуша настоящая, а другая Шуша из бисера. Ладно, всем пока. Видео скрывается в моих игрушках. Всем пока. Всем пока. С вами Нина Ильина. Всем пока. Видео скрывается на моих игрушках. До встречи на следующем видеовлоге номер 300. Ой, простите. 4, ой, простите. 563. Ты в окошко посмотри. Всем пока. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 563. Ты в окошко посмотри. Всем пока.